помню, что суть дела заключается в том, что когда сталкивается протонный пучок, электронный пучок, ну не знаю, ускорить или не знаю. Разбирался процесс ЕП-диаграммы, то приходилось учитывать тот факт, что один отдельно взятый электрон имеет вокруг себя облако эквивалентных фотонов, распределенных по энергии омега. Они распределены не только по энергиям, но они еще распределены в поперечном направлении. И это распределение в поперечном направлении таково, что в реальных условиях, когда излучаются относительно фотоны низких энергий, это облако может иметь прицельный параметр вплоть до некоторого максимального значения, характерного, которое может быть много больше размеров пучка. И тогда при вычислении числа таких событий необходимо учитывать, что часть фотонов пролетает мимо протонного пучка, и поэтому сечение оказывается меньше, чем то следует из стандартного рассмотрения. А в стандартном рассмотрении предполагалось описание электронных протонов в форме плоских волн, бесконечно распределенных в пространстве, что очень неплохо для описания случаев, когда пучки широкие по сравнению с чем? По сравнению с характерными прицельными параметрами. Для большинства процессов такое именно и происходит. Особенно для процессов, связанных с сильными взаимодействиями. А вот для этого процесса на встречных пучках ситуация оказалась совершенно другой. Ну и, как говорится, после того, как разобрались с этой ситуацией, понятное дело, что принципиально нового здесь ничего нет. Да? Что это обычная квантовая механика, релятивистская, и в принципе задачу, если она требовалась, можно было решить в те же самые времена, когда Деда и Гатлер выписывали свою формулу. То есть это в районе 1934 года. Ну и на это можно было поставить точку. Итак, были первые опыты в ИАФе, это 1980-81 годы. Потом была работа Байера, Каткова, Страховенко, а также Бурова, Дербенева, которые дали формулы уже. Мы с вами разбирали качественное объяснение. Они дали формулы, по которым можно было сосчитать и сравнить с экспериментом. Все неплохо, в пределах ошибки, по крайней мере, мы в прошлый раз видели, да, описывается. Ну и можно было, как я уже говорил в прошлый раз, на этом поставить точку. Вот есть еще одна запятая в большом амбаре электродинамики, квантовой механики, в которой так есть много разнообразных факторов. Но случилось так, что работа не была сдана на склад, а оказалась важной и востребованной. Почему? Потому что я уже говорил, что сам процесс тормозного излучения достаточно выделенный. На встречных пучках и вот этих самых и не плюс, и минус. Сечения велики. На уровне сотых, десятых долей барда. То есть на уровне 10⁻⁶ квадратного сантиметра. Так. Кроме того, их неплохо можно рассчитывать, учитывая эти поправки. Все равно это все в квантовой электродинамике. Ну а раз так, то мы можем иметь большое число событий,
в реакциях, которых, сечение которых хорошо рассчитывается. Это значит, что этот процесс можно, в принципе, использовать для мониторирования светимости. На рентген-ускорителе это так и делалось. Вот. Но, помимо всего прочего, значит, выяснилось, что первоначально то работы этих авторов относились именно к процессу встречных и плюсременных пучков. Я познакомился детально со всей этой кухней, когда был оппонентом у Тихонова. Мне приходилось, я, в общем, как-то пытался разобраться по существу, много с ним беседовал. А потом захотелось поставить вопрос, а как можно, да, я еще должен сказать, что расчеты в этих двух работах были сделаны в неком классическом приближении. Ну, в принципе, неплохое приближение, но хотелось понять, а как можно задачу поставить точно, чтобы даже можно было четко оценить точность этого приближения. Да. Ну и а что изменится, если изменятся параметры? И нельзя ли это применить к другим процессам? Вот такой комплекс вопросов стал, и я привлек Глеба Леонидовича Коткина и Политыка из Иркутского университета. И мы поняли, что правильная постановка должна следовать из того, что сталкиваются не плоские волны, а волновые пакеты. И так уже разбираться удаление волновых пакетов как для электронного, так и для протонного пучка. После этого можно сделать разнообразные приближения от этой точной постановки. Ну и в результате такого обсуждения появилось утверждение о том, что аналогичные эффекты должны быть как раз на ускорителе Гера. Это было наше предсказание. И в 1995 году Пет Шкопский поставил такой эксперимент Гера. В общем, эксперимент был достаточно трудный, потому что там эффект меньше. Если здесь эффект достигал величины 30% отклонения в области малых углов, то на установке Гера эффект не превышал 5-7%, но он был, в принципе, надежно зарегистрирован. А потом мы стали обсуждать другие возможности и поняли, что, вообще говоря, такого сорта эффекты должны быть не только на других коллайдерах, но и в других реакциях. Ну, например, первое, что приходит в голову, если будут реализованы встречные гамма-е пучки, да, то там в качестве такого процесса, на котором это серьезно скажется эффект, оказался процесс с рождением электрон-позитронных пар. То есть процесс, где дополнительно рождается электрон-позитронная пара, это значит фотон соединяется с электроном, да? Картинка вот такого сорта. Как и предыдущая реакция, здесь вот этот блок поставляет эквивалентный фотон, а дальше идет реакция, где почти реальный эквивалентный фотон сталкивается с другим реальным фотоном и рождает электрон-позитронную пару. Да. Для встречных гамма-е пучков этот процесс тоже выделенный, выделенный в том отношении, что он имеет гигантское сечение там, самое большое из известных процессов. Ну и поэтому, в принципе, он тоже мог бы служить для мониторирования встречных гамма-е пучков. Ну и, соответственно, эффект ограничения прицельных параметров там тоже должен быть сказываться. Но если это так, то аналогичная вещь должна быть и на встречных Е плюс и минус пучках. То есть на встречных Е плюс и минус пучках электрон, соударяясь с позитроном, может тем самым двухфотонным образом, о котором мы с вами рассуждали, испускать один и второй эквивалентный фотон и здесь рождать электрон-позитронную пару.
Если энергия электронных позитронов достаточно большая, а размеры пучков достаточно маленькие, то вообще говоря, тот факт, что вот эти эквивалентные фотоны могут иметь относительно низкую энергию и поэтому быть описываемыми вот такими кольцами, приводит вообще к своим разным эффектам. То есть может быть ситуация, при которой летит электронный пучок, не попадающий в него позитронный пучок, но соответствующие пучки эквивалентных фотонов с энергией омега-1 и омега-2, могут сталкиваться даже в условиях, когда пучки непосредственно не касаются друг друга. Да. А мы тоже исследовали этот вариант. В принципе, это не очень большой вклад дает солдарение такое вот, непучковое. Но тем не менее, сам эффект по себе любопытный и имеет место. Ну и сейчас, когда проводят моделирование процессов для будущих электрон-позитронных линейных коллайдеров, оказывается, все эти эффекты просто автоматически включены в программу моделирования. Эффекты связаны с ограничением прицельных параметров размерами встречных пучков. Ну и на этом, это, как говорится, работа впрок на будущее, когда-то еще будут линейные коллайдеры. Но то, что есть сейчас, тоже оказалось достаточно важным. Пока я говорил о том, что эти процессы можно использовать в качестве процессов, по которым можно определять светимость, мониторирование светимости. Но оказывается, эти процессы важны еще вот для чего. Они важны для самой жизни пучков. Но обычно пучки в ускорителях живут некоторое время, в хороших ускорителях часами, а то и дольше. От чего происходят основные потери? Ну, в канале, в трубах, в которых движется частица, есть остаточный газ, на нем происходит рассеяние. Но если добиться хорошего вакуума, то этот источник может оказаться не самым главным. Так, к примеру, для ускорителя LED-1 с энергией электронного позитрона на уровне 55, этот канал потерь не был самым главным. Но тогда казалось, что одним из самых главных оказался канал, связанный как раз с тормозным излучением. Почему? Частицы в пучках, как я уже говорил, должны жить часами, и при этом они должны быть непременно в режиме ускорения. Это означает, что у них должно быть близкие энергии. Но если происходит тормозное излучение, излучается фотон, энергия которого составляет величину немножко больше процента энергии электрона, то уже электрон выбивает из режима ускорения и происходит потеря пучков. Хорошо. Но скорость такого выбивания прямо пропорциональна сечению. А если сечение убывает из-за нашего эффекта, то убывает и скорость убывания, да, или уменьшается и скорость убывания, и тем самым растет время жизни пучка, а тем самым эффективно повышается светимость. Это вообще, все говоря, некие рассуждения, но насколько они важны, я показал пример ускорителя Чалепа, который хотели для того, чтобы хорошо исследовать процесс рождения Z-бозона, вылизанным образом знать все про свой ускоритель. Но в том числе они хотели иметь хорошую программу, которая могла бы заранее рассчитывать, моделировать светимость. В программу были заложены все возможные потери. Да? Все вроде бы сделано было грамотно и
многократно проверено. Но как мы начали сравнивать результаты моделирования с реальным экспериментом, ситуация оказалась, обычно всегда бывает плохой, здесь наоборот лучше. А именно, светимость ускорителя была на 40% выше, чем последовалось из их расчета. История говорит, что разработчики программы долго бились, пока им кто-то не подсказал. А вот вы, я в Новосибирске. Было выяснено, что самое главное для вас тормозное излучение на самом деле имеет меньшее сечение, чем вы закладываете. И когда это было заложено, провернуто, то результаты, в общем, уже хорошо совпали. Аналогичная вещь оказалась и для японского ускорителя Тристан, который менее известен, но он, тем не менее, работал достаточно долго. Там из-за этого эффекта происходило увеличение светимости, но, чтобы не соврать, на величину, да, так, на величину порядка 25%. Когда заработали Б-фабрики, то там тоже такой вопрос исследовался. В нашей работе с Фоткиным было показано, что на Б-фабриках потери электронов уменьшается примерно на 20% как раз из-за этого МД-эффекта. Ну, тут, пожалуй, и все, что можно сказать по поводу этого явления. Сейчас, когда обсуждаются процессы супер-Б-фабрики, там тоже эффекты такого рода должны быть непременно учитываемыми, потому что они прямо и существенно влияют на жизнь пучка. Ну, наверное, для полноты картины, коли я уже коснулся проблемы жизни пучка, стоит упомянуть еще про одно интересное наблюдение, которое было сделано из ежевой яфии. Оно сводится к следующему. Когда мы с вами разбирали процесс тормозного излучения, вы помните, мы объясняли, что если речь идет о солдерении фотона с электроном, с испусканием фотона, здесь эквивалент фотон с энергией омега, здесь реальный фотон с энергией омега-гамма, то энергия эквивалентного фотона отличается существенно от энергии наблюдаемого фотона на могучий фактор примерно 4 гамма дев в квадрате. Ну и когда мы попробовали поставить реальные цифры, то оказалось, что для того, чтобы наблюдать здесь гэвные электроны, здесь достаточно было иметь фотоны на уровне долей электрон-вольта. Помните такое, да? Так. Теперь представьте себе, что мы находимся в условиях ускорителя LED, где сталкиваются позитронные электроны, да, и энергия каждого из них на уровне 50 ГЭВ. Между прочим, это означает, что если вы имеете потерю электрона 5 ГЭВ, то или больше, то он уже, да нет, пол ГЭВ. 1% от 50 это будет пол ГЭВ. Так. Он уже начнет врубать из пучка. Но если здесь стоит пол ГЭВ, то здесь окажутся энергии, с учетом того, что Лоренц-фактор в этом случае 10 в пятой, а он ходит в квадрате, энергия уже окажется не просто электрон-вольта, а глубокие доли электрон-вольта. Что это означает? Знаете, вот это одна из красивых работ, которая меня всегда восхищает, и
задуманка и выполнение принадлежит Валерию Тельнову. Он обратил внимание на то, что электроны и позитроны в одной и той же трубе летают в обстановке, когда трубы, в общем-то, не охлаждены. Это нормальные трубы. Это значит, что внутри та же температура, грубо говоря, что и на стенках. В том числе температура фотонного газа, который их имеется. Температура электромагнитного поля. И хотя это означает, что там такой температуре отвечают фотоны достаточно низкой энергии, тем не менее, они заполняют всю трубу 27 километров, и за каждый оборот электрон имеет шанс столкнуться с каким-то из этих фотонов. Причем это может быть и лобовое соударение под большим углом и так далее. Но если происходит лобовое соударение с таким тепловым фотоном, то теряется, вообще говоря, достаточно много, чтобы такой электрон выбыл. И как это не смешно звучит, но от потери на тепловом излучении внутри трубы оказывается тоже одним из самых важных в общей копилке потерь. Ну ладно. Одним словом, я хотел сказать, что когда происходит отступление от стандартов и открывается что-то новое, даже если это новое оказывается не слишком принципиально новым, да, оно может найти, тем не менее, целый ряд полезных применений. Теперь я хочу вам рассказать еще одну историю. На этот раз тоже связанную с тормозным излучением и с эквивалентными фотонами. Почему мы так тщательно и долго изучали начало? Потому что если быть ясно понята картина процесса, то в необычных условиях удастся быстро разобраться, что к чему. Ну вот, давайте еще раз вернемся к этому явлению, но только посмотрим его в области совсем малых энергий. Речь пойдет про когерентное тормозное излучение. Когерентное тормозное излучение, или КТИ. Давайте будем по-прежнему рассматривать для примера ту же самую реакцию. Встречный электрон протонной излучения. Самое простейшее и излучение в соударениях электронов и протонов. Самое простейшее, что есть, это обычное тормозное излучение. Что такое обычное тормозное излучение? Еще раз вспомню. Если здесь летит протонный пучок, а навстречу ему электронный пучок, то что происходит в результате такого соударения? Ну, все без исключения, как правило, процессы, которые рассматриваются, сводятся к тому, что один отдельно взятый электрон взаимодействует с одним отдельно взятым протоном. Это нормальное тормозное излучение, и тогда соответствующее число излученных фотонов чем будет определяться? Оно будет определяться взаимодействием одного электрона с одним протоном. Значит, полное число этих самых рожденных фотонов будет пропорционально числу электронов и числу протонов. Замечательно. Но все это будет до тех пор, пока мы не знаем, как происходит этот процесс. Давайте еще раз вспомним, как он происходит. Протон, слегка отклоняясь, испускает эквивалентный фотон, который сталкивается с электроном и испытывает фантоновское растение.
картинку мы уже много раз с вами эксплуатировали и ответ получали. И даже знаем, что, как выглядит главным образом спектр. Спектр в основном определяется вот таким вот множеством. Диагамма на диагамму. Там еще есть какие-то зависимости очень слабенькие, какой-то логарифм. Но вот это самое главное. Все это будет так, пока мы не задумываемся, а что будет, если мы начнем уменьшать энергию наблюдаемого фотона. Тогда начнет уменьшаться и энергия эквивалента фотона. Связь между ними я уже говорил. Вот такая вот. До сих пор мы интересовались только тем обстоятельством, что этот пучок имеет размеры поперечники большие. Очень хорошо. А теперь давайте попробуем посмотреть немножко с другой стороны. Пусть наши пучки будут широкими, и мы не будем обращать внимания на вот этот самый МД-эффект. Для широких пучков он несущественный. И будем по-прежнему уменьшать энергию фотонов. Что тогда будет происходить? Тогда будет уменьшаться энергия эквивалентных фотонов, и стало быть, будет длина эквивалентных фотонов. Да? Будет возрастать. Ну, длина эквивалентного фотона это не что иное, как там расстояние, пройденное за время равное периода. То есть порядка С на омега. Давайте я буду даже выписывать пока что в обычной единице С и H. Замечательно. А вот что получится, если длина эквивалентного фотона начнет сравниваться с размером протонного пучка? А в принципе оно может стать и больше. Вообще, по цифрам, если смотреть, то при длине волны порядка 1 микрона, да, энергия фотона порядка 1 электрон-вольта. Но если энергия будет становиться все меньше и меньше, да, то, соответственно, будет все меньше, больше и больше становится длина. И значит, ну, а значит, когда-то, в принципе, эта длина может стать больше, чем длина протонного сгустка. Если она станет существенно больше, то как будет происходить в этом случае процесс? Тогда можно сказать, что вот этот фотон, этот протон излучает эквивалентный фотон, и он создает поле эквивалентных фотонов. Но какой-то другой протон номер 2 тоже создает свое поле. Пока длина волны была маленькая, да, каждый протон действовал независимо. И поэтому взаимодействие было вот то, к которому мы с вами привыкли. А если длина волны очень большая, то тот факт, что они разнесены в пространстве, не будет очень существенным. Если длина очень большая, то они почти в одной точке, с этой точки зрения, да? Значит, их волны должны складываться. А до сих пор мы складывали только вероятности, а не амплитуды. Но если складываются волны, да? Это в смысле по неопределенности Гейзенберга, что если у них импульс маленький, то разброс по координате большой. Конечно, с этим связано, это прямо здесь и проявляется. Ну и что тогда происходит? Ну, а тогда означает, что
электромагнитное поле, которое здесь будет, это будет электромагнитное поле всех протонов вместе взятых. И на этом поле рассеивается электрон. Это означает, что в этих условиях возникать должны когерентные эффекты. Ну, в самом лучшем случае, что будет происходить? Поле, вместо поля одной частицы усилится в n раз, где n число частиц. Число интегрированных фотонов при этом усилится тоже в n раз. Значит, и число рожденных фотонов тоже возрастет в n раз. То есть мы правильно будем ожидать, что вместо этого у нас получится Nv на Np в квадрате. Это очень серьезное изменение. Потому что величина Np это примерно 10^10^11 число частиц. Но дело в том, что когерентные эффекты существенно различаются потому, как долго летит электрон в таком поле. Значит, если он летит очень долго и поворачивается на значительный угол, тогда все это может выглядеть каким образом? Ну, примерно так, как при синхротронном излучении. При синхротронном излучении электрон вообще вращается по окружности, то есть в магнитном поле постоянно он движется по окружности и излучает, и возникает тот спектр, который, я надеюсь, вам хорошо известный. В данном случае это будет выглядеть каким образом? Электрон, да, летит на сгустке, отклоняется на значительный угол. То есть большой кусок времени он проводит почти постоянном электромагнитном поле. И значит его излучение должно быть близко к синхротронному излучению. Все это называется, вот в этом случае, когда угол ТЗД большой, а что значит большой? Большой по сравнению с чем? Ну, характерные углы излучения для тормозного излучения величина порядка единицы на гамму. Электрон излучает. Вот это мы назовем большой угол. Тогда возникает нечто похожее. Излучение будет подобное синхротрону. Но оно имеет специальное название. Тим Штраум. Вообще-то странное образование, что-то типа помесь негра с мотоциклом. Потому что обычное тормозное излучение в литературе называется Бремсштраумом. Да? Оно образовано от немецких слов «бремс» – «тормоз» и «штраумом» – «излучение». То есть в буквальном смысле тормозное излучение. А что здесь происходит? Здесь английское слово «бим» и немецкое слово «штраум» означает тогда по аналогии пучковое излучение. Хотя на самом деле это не пучковое излучение, то есть это не излучение пучка электронов, а излучение электронов на пучке протонов. Да. Вот так вот. Ну уж технология установилась, будем ее придерживаться. Наоборот, если этот угол малый, то что в этом случае будет? Тогда электрон летит почти не изменяя свою траекторию,
Как это имеет место и для тормозного излучения при излучении фотонов низкой частоты? Да? Ведь если излучается фотон низкой частоты, то электрон теряет мало и по энергии, и по импульсу, и значит мало отклоняется. Вот. И тогда это возникает нечто похожее на тормозное излучение, только оно будет когерентное тормозное излучение. В принципе, это существенно разные величины. Ну вот давайте поговорим по поводу когерентного тормозного излучения. Характерной особенностью в этом случае будет то, что число вот излученных фотонов будет определяться примерно тем же спектром, что обычного тормозного излучения. А число, вот этот фактор, который раньше был, будет пропорционален числу излучателей на квадрат числа тех частиц, на которых происходит излучение. То есть все это выглядит каким образом? Вот летит электрон, тот факт, что он в пучке, не очень существенный. Каждый электрон действует независимо. И на пути его есть громадный заряд величиною число протонов на элементарный заряд протона. И вот на этом громадном заряде он излучает. Ну, правда, заряд этот не совсем точечный, он распределенный. С этой точки зрения можно сказать, что происходит излучение с учетом форм-фактора этого ядра. Понимаете? Это такое вот хитрое ядро, на котором электрон излучает. Только ядро очень большого заряда. А вот что касается Бирнштраунга, то в нем все немножко по-другому. В нем как в синхротронном излучении. Я не знаю, наверное, вы будете изучать его или изучали уже, во всяком случае будете знакомиться. А в синхротронном излучении немножко другой спектр. И он очень сильно различается как раз в области малых энергий. Из такого спектра видно, что если я начну интегрировать до нуля, то получу бесконечность. Это самая знаменитая инфракрасная катастрофа. А в том, что касается Бирнштраунга, там число излученных фотонов конечное. Очень сильно различаются и характерные критические энергии. Что касается синхротронного излучения, то вообще-то критическая энергия у него выглядит как-то так. 3/2 на обычную энергию или там на обычную частоту синхротронного излучения, намноженное на гамма квадрате. А вот что касается когерентного тормозного излучения, то там, то есть, когда частота излучения начинает превышать вот эту вот штуку, то тогда спектр синхротронного излучения резко обрывается. А что здесь происходит? Здесь можно сказать, что в качестве характерной величины бывает какая штука. Давайте ее прикинем. В качестве характерной должна быть ситуация, когда длина волны эквивалента фотона становится больше, чем длина протонного спуска. Равенство означает некоторое наличие границ. Но давайте после этого подставим. Вместо омеги поставим вот это вот значение. Так, только
Нет, гамма. Что там? На 4 гамма в квадрате. И все это должно равняться или быть больше, чем длина проклонного сгустка. Но единственное, что могу вам сказать, что если мы действовали в обычных единицах, я уже отвык, но все-таки, то здесь нужно было бы писать энергию на А столбика, да? Таким образом, когда энергия, излучаемая фотоном, становится меньше, чем что? 4 HC на L на гамма, в данном случае, конечно, электрона в квадрате, то будет возникать когерентное тормозное излучение, если еще дополнительно выполняется вот это вот условие. Но тогда вот эта вот величина может называться критической частотой. Итак, от чего зависит критическая частота? Ну, прежде всего, не от величины поля, а от чего? От длины сгустка. В принципе, это было очень давно известно, и даже были проведены любопытные эксперименты в ЦЕРНе, а именно такого сорта. Если брать обычные электроны в постоянном магнитном поле, то выделяется синхротронное излучение. А в ЦЕРНе был поставлен такой эксперимент. Взяли протоны и прогоняли через постоянное магнитное поле ограниченной длины. Если длина эта была мала, так что протоны отклонялись очень немного, то было надежно зафиксировано, что спектр излучения в этом случае, это были совсем низкие частоты, да, и вероятности были небольшие, но все было надежно зафиксировано, да, излучение в этом случае совсем не похоже на синхротронное. В коротком поле, в длинном поле, если было длинное поле, наш протон начал вращаться. В коротком поле он слегка отклонится и будет излучать совсем не так, как в случае синхротрона. Итак, мы сталкиваемся с совершенно новым явлением. Чем оно должно характеризоваться? Таким рассеянием, при котором происходит излучение на малый угол, число фотонов будет существенно во много раз, не раз, во много порядков больше, чем в обычном случае. Да? Но, наверное, судя по этому результату, да, это должно быть только в области относительно низких энергий. Потому что HC на L совсем небольшая энергия. Ну хорошо, давайте сейчас сделаем как раз перерыв. А потом немножко подробнее на это поговорим. Итак, с чем мы столкнемся? Примерно понятно. Я еще дополнительно хочу сказать, что вот это самое пучковое излучение есть вещь достаточно серьезная, но только для встречных линейных пучков. Дело в том, что встречные линейные пучки предполагается, что у них будет много электронов и очень малые размеры. Помните, я вам говорил, какие? Размеры, которые могут в 1000 раз быть меньше, чем обычные. При этом поля, которые возникают, коллективные поля сгустка, становятся очень большими. И потери становятся настолько нетерпимо большими, что приходится принимать специальные меры. С этим столкнулись впервые еще, когда проектировали в ЛЭП. Был такой самый первый проект встречных пучков здесь, в Яфе, выяснилось, что излучение может составлять десятки процентов от первоначальной энергии, и такие ускорители никому бы не нужны, потому что, когда сталкиваются электроны с распределением по энергии много больше десятков процентов, то непонятно,
понятно что. И нужно было принимать специальные меры. Одним из способов, который здесь же был придуман, сводился к тому, чтобы делать пучки плоскими. Тогда эффективное поле становилось менее сильным. Так, наша задача. Задача такого сорта. Давайте попробуем оценить вот этот угол отклонения и указать условия, при которых будет возникать именно когерентное тормозное излучение. Эти формулы нам еще понадобятся, но они есть у вас. Так, значит, фотонный сгусток длиной L, его пролетает где-то там посередине электрон, и отклоняется. Нас интересует вот этот угол отклонения. На пролетающий электрон в основной части действуют электрические и магнитные поля. Как выглядит электрическое поле такого сгустка? Давайте сообразим. Если это гауссовый сгусток по всем трем координатам, то он симметричный. Как будет выглядеть коллективное поле в центре сгустка, по центральной оси? Там, по идее, в основной части все должно быть скомпенсировано. Здесь поле должно быть нулевым. Если речь идет про плоскость, то вы, наверное, еще в физмат-школе изучали, да? Как выглядит электрическое поле между двумя, когда заряды равномерно забиты между двумя плоскостями. Посередине ноль, потом оно возрастает к краю, а дальше остается постоянным. Здесь примерно такая же картина. В центре ноль возрастает, на краях оно становится почти самым большим, а потом оно вообще-то не совсем постоянное, оно расходится, но на дальних расстояниях. Как правило, на расстояниях больших по сравнению с высотой пучка. Так, значит, давайте установим. Это у нас будет ось Z, то есть движение пучка. Горизонтальная ось будет X. Вертикальная ось будет Y. Так выглядит электрическое поле. Магнитное поле. Магнитное поле, опять-таки, если у вас есть плоский ток, то магнитное поле идет, опять же, школа известна, да, перпендикулярно этой плоскости. То есть здесь это будет как-то так оно. В основной части, где движется электрон, электрическое и магнитное поле с хорошей степенью точности одинаковые по величине, взаимно перпендикулярные, да? И поэтому действует на электрон в вертикальном направлении примерно с одинаковой силой. Сила, действующая на электрон, будет порядка величины заряда этого электрона на магнитное поле или на удвоенное магнитное поле. Так, хорошо. Дальше. Под действием такой силы электрон будет двигаться с каким ускорением? Это у нас будет y-ное ускорение, да? На массу электрона, на его гамма. То есть это школьные формулы, дополненные характеристикой. Поперечная масса в гамма раз больше, чем обычная. Так. Что будет со смещением дельта y? Опять же школьная формула. Это все будет ускорение на квадрат времени.
А время движения? А время движения это будет что у нас? Ну вот, примерно длина сгустка, деленная на скорость движения электрона, которая фактически c. Все в квадрате. Так. После этого мы можем сосчитать угол. Если по вертикали мы наклонились на такое расстояние, то разделим ее на базу, мы получим угол отклонения. Так. Все уже сосчитано, осталось только все-таки прикинуть, а что же такое магнитное поле. Здесь опять-таки можно вспомнить школьную физику и, соответственно, как там, уравнение для циркуляции магнитного поля. Bl на bl, как известно, равняется 4π, деленное на c, на протекающий ток. Так, давайте мы будем оценивать поле где? Ну, не вне, не в центре, где-то посередине. То есть посередине, а если я нарисую плоскости x, y, как все это выглядит? Выглядит это так. Это я рисовал плоскости z, y, да? По y у меня, как правило, относительно небольшие размеры, по весу большие. Так. Здесь вот это сигма y. Здесь вот это сигма х. Так мы должны нашу циркуляцию взять. Ну, самое интересное для нас область, это где-то вот здесь вот. Это будет контур L. Поле там примерно одинаковое. Домножается она на что? На длину по вертикали, на длину по горизонтали. Может быть два раза, двойки мы не учитываем. Это сигма х плюс сигма y. Сосчитали левую часть, правую часть, единица на c, и четверки мы не учитываем, основную двойку не учитываем. И что такое ток? Ну ток это полный заряд, прошедший за полное время. Полный заряд у нас заряд протона на число протонов. Это же все происходит в протонном сгустке. А делить нужно на время. Время мы узнаем. Это L. Давайте я все-таки напишу здесь L протона, чтобы оно понятно, да? L протона, деленное на C. То есть окончательно получается. Так, да? А нет, это что нужно? Ток, заряд, деленный на время. Ну, вроде все правильно. Так, все хорошо. Это получается n протона на e и на длину протона. Подставишь это сюда, я получу окончательно оценку для этого угла. Заряд, домноженные на n и на e, так что будет число протонов на заряд в квадрате. Так, дальше входит вот эта вот величина, чтобы ее не забыть, масса электрона, ложность фактора электрона, длина протонного сгустка. Они сократятся здесь частично, останется длина протонного сгустка на c в квадрате, сразу сократим. Так. Отсюда мы еще забыли одно РП. В итоге все сократится и останется такая. Так, подождите. Да. А еще все это надо будет разделить на сигма х плюс сигма y. Получилась очень красивая оценка,
Обратите внимание, длина сгустка выпала. Так. А что останется? Число протонов. Величина Е квадрат на МЕ и на С в квадрате. Это классический радиус электрона. Все это делится на Лоренц-фактор электрона и на поперечные размеры. С чем должны мы сравнивать? С единицей на гамму. Ну вот если я это напишу. Что это все есть? Это умноженное на единицу на гамма, то коэффициент этой будет мне показывать, насколько угол отклонения отличается от единицы на гамма. Сам это оказалась безразмерная величина. Радиус электронный на поперечные размеры сгустка. Я вам напомню, что электронный радиус это что-то такое 2,8 на 10 минус 13 сантиметров. Но с другой стороны это число немалое. А с третьей стороны эти размеры небольшие. И в общем получается некоторое баланс, который сводится к следующему убеждению, что если это много меньше единицы, то там будет КТИ, угол отклонения мал, такой сгусток мы можем называть коротким. Название условное, потому что сама длина выпала из рассуждения. А если это больше единицы, то это будет Гильштрауба. Ну вот, собственно, мы подошли к тому, чтобы начать количественное, пока еще на качественном разговаривать про эту ситуацию. В связи с этим сигма x плюс сигма y, это как у нас выражается? Горизонтальные и вертикальные размеры сгустка. Нет, это понятно, они через параметры задачи выражаются как. Они считаются заданными. Да, понятно. Да, то есть они задаются ну, тем условиями ускорения, наверное, как-то там. Ну понятно. Так, да, хорошо. Я хотел здесь привести некоторые кусочки из доклада, который здесь в группе Левичева я пару лет назад рассказывал. Речь идет как раз о том, что имеются три типа излучения, о котором мы уже с вами говорили. Во-первых, обычное тормозное излучение, однократное, некогерентное, описано вот такой вот диаграммой Фейнмана. И вот этот параметр, который мы только что оценили от него, все зависит, будет или нет в этих условиях проявляться тот или иной тип излучения когерентного. Вот в случае пучкового излучения это много больше единицы, но такой вариант реализовался или реализуется только в проектах, поскольку ничего реального нету, в проектах линейных коллайдеров. Там эта величина может достигать сотни, вполне запросто. Это означает, что поля там очень большие. Теперь, что же касается случая, когда это много меньше единицы, условно будем называть такой сгусток протонов, ну и соответственно любых других частиц, коротким, это когерентное тормозное излучение. Ну и он реализуется и на ЛЭПе четвертом, он реализовался на ЛЭПе. Мы ведь можем смотреть излучение не только в соударениях электронов, но и в соударениях протонов.
Так что на LHC это тоже там могут происходить. Естественно, там вместо радиуса будет входить электронный, входить радиус протонный. Сразу это все в 1000 раз уменьшится. Но число частиц будет очень приличное, размеры. Но во всяком случае там эта величина заметно меньше единицы. Телотрон перестал работать, но на нем тоже это все образовалось. Да. И конечно, вообще говоря, можно думать о когерентном тормозном излучении с удалением тяжелых ионов. Вообще-то обычное тормозное излучение имеет сечение обратно пропорциональное квадрату массы. С этой точки зрения, что мы можем говорить про тяжелые ионы, у которых масса, которые содержат штук 200 протонов и нейтронов, масса которых как минимум да, 2000 раз больше, чем масса электронов, все это в квадрате. Правда, там входит еще заряд, это тоже существенно, но все равно излучение обычное, тормозное, с удалением тяжелых ионов очень мало. Так, обычное. А когерентное, когда все это домножается на число тяжелых ионов, может оказаться совсем не обязательно уж таким малоинтенсивным. Так что будем и его иметь в виду. Так, а вот на Вебе 2000, когда он достигнет своей проектной мощности, точно так же, как на ускорителе КГБ, ситуация промежуточная. Там этот параметр вот равен 2. Так. Я уже говорил основные характеристики. Это обычное тормозное излучение. Да. Для когерентного тормозного излучения возникает вот такой вот спектр, но когда? Когда энергия излученных фотонов меньше такой критической, которая может быть вполне малой. Ну и я уже еще раз говорил, что число фотонов когерентного тормозного, если его начать интегрировать, получит бесконечность, а на пучковом излучении оно конечная величина. Теперь экспериментальный статус. Про обычное тормозное излучение мы и так много говорили. А про пучковое излучение. Пучковое излучение наблюдалось на таком гибридном ускорителе, который был в каком-то смысле встречно циркулярный, что ли, да? Вы знаете, что в Слаке на 3-километровом линейном ускорителе разгоняли пучок электронов, немножко сзади пучок позитронов, потом их разводили по кольцам и заставляли соударяться. Соударение вообще-то было однократное, хотя перед этим они двигались по кольцам. Но это некий прототип линейных коллайдеров. Вот. Ну и там, для того, чтобы получить хоть какую-то заметную светимость, приходилось пучки хорошо сжимать по сравнению с обычным. И поэтому как раз это пучковое излучение там и наблюдалось. Более того, оно не только наблюдалось, но там проводился эксперимент, с помощью, где это пучковое излучение использовалось для определения поперечных размеров пучка. Причем поперечные размеры, это были круглые пучки, у них там поперечные размеры были порядка 5 микрон, это была нетривиальная задача. И измерения, производимые с помощью пучкового излучения и обычных способов, неплохо совпадали. Что касается когерентного тормозного, оно до сих пор не наблюдалось. Теперь еще можно сказать следующее, что, конечно, обычное тормозное излучение – это прекрасно изученный чисто электрогенический процесс. И пучковое излучение такое же. Тем более когерентное тормозное – это не просто излучение, а излучение малых частот, то есть это почти классическое излучение. С этой точки зрения, как в эндоэффекте, с принципиальной точки зрения здесь нет ничего нового. Вопрос только в том, что уже как-то проглядываются некоторые перспективы использования, о которых мы попробуем поговорить после того, как разберемся со свойствами этого пучка. Но поскольку оно до сих пор еще не наблюдалось, то до сих пор все это чисто теоретические построения. Теперь, что касается теоретических построений, я хотел бы упомянуть, что классическое рассмотрение было дано еще в 1983 году в работе вот этих граждан из ЦЕРНа,
А уже квантовое рассмотрение применения к современным коллайдерам было в работах вот в основном этой новосибирской группы, где мы рассмотрели излучение на протонных пучках и на ЕП, и в том числе на П-фабриках. И в этом смысле самое интересное оказалась вещь, связанная с РИКом. С РИКом ситуация была такая. В 96 году в работе с мейерсовскими физиками мы рассмотрели когерентное тормозное излучение на встречных пучках тяжелых ионов, в том числе вот применение к РИКу. А два года спустя появилась работа физиков из РИКа и из Тевотрона, которые решали вот какую проблему. Если на встречных электрон-позитронных пучках достаточно много способов изменять размеры пучков, и продольные, и поперечные, и отслеживать различные характеристики, то на встречных пучках тяжелых ионов многие из таких возможностей отсутствуют. И есть большая проблема, как измерить размеры пучка, особенно поперечные. Вот граждане эти предложили, основываясь на опыте, который был успешно проведен в Тевотроне на протонах, да, частично, сделать следующее. Вот схема встречных пучков золота на ускорителе РИК. Значит, скажем, отсюда один пучок золота проходит через линию встречи и уходит в свою трубу. Там две разных трубы, поскольку заряд однозарядный, ионы одинакового заряда. На встречу летит другой пучок ионов, проходит через встречный густок и уходит в свою трубу. Для того, чтобы здесь они хорошо встречались, нужны конечные поворотные магниты. Расположены они на расстоянии примерно 10 метров от точки встречи. Ну и когда тяжелые ионы проходят через магниты, да, они, вообще говоря, излучают. Правда, это излучение задвинуто куда-то в микроволновую область, и не очень интенсивное, совсем неинтересное поэтому. Но дело в том, что, скажем, когда они проходят вот этот край магнита, здесь относительно он длиной около там 4 метров. Да? Но поле внутри большое, на уровне Тесла. И возникает это поле достаточно резко. То есть вот здесь еще нуль, а буквально через десяток сантиметров уже примерно Тесла. И вот в этой переходной области, это тоже была некая необычная вещь, в этой переходной области происходит излучение. Оно, конечно, менее интенсивное по полной потере энергии, чем здесь, поскольку сама длина небольшая. Но зато свойства этого излучения определяются, опять-таки, не величиной поля, а длиной, на которой происходит излучение. Так как длина порядка 10 сантиметров, то излучение оказалось задвинутым из миллиметровой области в инфракрасное излучение, это микрометры, то есть на тысячу раз более короткой длины волны. И эти граждане заметили, что интенсивность будет вполне приемлемая, и поэтому, если смотреть это излучение, где-то придется вывести отсюда куда-то в сторону, поставить детектор инфракрасного излучения, то можно достаточно много узнать про размеры пучков в этой области, и тем самым просчитавши движение назад, что-то полезное узнать про пучки в этой самой области. Ну и случилось так, что у меня возникли очень нетривиальные отношения с теоретиками из Брухенской лаборатории. Мы как-то тут обнаружили, что солидная работа солидных людей, чисто теоретическая правда, да, в общем, неправильная от начала до конца. Но дело в том, что таких работ оказалось три. И только человек из Брухенской лаборатории оказался достаточно честным, который занялся выяснением этого до конца.
он поймал меня как-то в Париже, и в течение 3 дней мы выяснили, что да, действительно, они там в одном вопросе ошибались, а мы, это было связано с рождением электрон-позитронных пар, как раз с ударением тяжелых ионов, а мы их поправляли. После чего, а это был директор ТЕОР-центра, он пригласил меня на 3 месяца, и когда я там оказался, то я пошел к одному из авторов, вот этого, первый в списке, он там самая главная действующая сила, Дия Дружбоевич. И у нас как-то сразу возникли симпатичные отношения, что было связано с тем, что тривиальный фактор, что Диан Дробович оказался сербом. И моя фамилия ему приглянулась. Я ему рассказал о нашей работе. И, в общем, в итоге выяснилось следующее, что излучение на этих 10 сантиметрах магнитного поля постоянного магнита примерно такое же, как излучение ионов золота на встречном пучке ионов золота, который имел тоже длину примерно 10 сантиметров. Спектр оказался в одной и той же близкой области инфракрасной, и в принципе их детектор мог бы служить одновременно и для того, чтобы регистрировать фотоны отсюда, и для того, чтобы регистрировать, что гораздо более ценно, несомненно, да? Фотоны вот из области встречи. Ну и так, после этого возникла совместная уже работа, в которой мы предлагали использовать один и тот же инфракрасный детектор для наблюдения КТИ, излученных как раз из места встречи, и для того, как они сказали, синхротронного излучения на переходном магнитном поле. Работа была представлена на конференцию парижскую, и авторы в конце громогласно заявляли, что в этом случае градиент термодинамического может быть потенциально полезным для оптимизации соударения и для измерения параметров пучков прямо из области встречи. Ну, была подана заявка на закупку оборудования. В том числе оказалось, что есть относительно недорогие инфракрасные детекторы, потому что как раз в это время рассекретили детекторы для приборов ночного видения. Да. Но не только это произошло как раз в это время. Как раз в это время произошло урезание бюджета. И поэтому это замечательно. Намерение все-таки таки пропало. Я хочу сказать, что было несколько попыток измерить его и здесь. Делали это и на ВЭПе 2М, и на ВЭПе 4М. Да. И все они оказались неудачными, вот по какой причине. Проблема в том, что, ну скажем, вот происходит излучение электрона на позитронном сгустке. Это излучение летит дальше. Там в трубе есть дырка, через которую ее можно наблюдать. Но дело в том, что относительно недалеко от этой области располагаются поворотные магниты, которые из которых синхротронное излучение летит в ту же область. И по интенсивности оказалось, что в этой области энергии синхротронное излучение таки больше и забивает. В принципе, есть очень много способов различать то и другое. Ну, например, совершенно ясно, что если я не трогаю позитронный пучок, или наоборот, не трогаю электронный пучок, а смещаю, например, позитронный пучок, то синхротронное излучение с поворотного магнита от электронов не меняется. Да? А градиентное тормозное будет меняться, мы увидим вполне ощутимым образом. Казалось бы, вот теоретически, все очень хорошо. Давайте так и будем делать. Смотреть за излучением электронов, смещая позитроны. Да, было такое предложение от экспериментатора, мы попробовали сделать это на ВЭПе 4, на ВЭПе 2М, и что получилось?
Оказывается, я все говорю с упорством даром. Оказывается, на все не так просто. Когда мы смещаем позитронный пучок, слегка меняется положение электронного. Слегка. Но этого достаточно, чтобы изменение синхротронного излучения слегка полностью забило тот эффект, который мы ожидаем. Ну и целый ряд других. Но теперь все-таки я еще хотел сказать, почему эта штука таки может оказаться полезным по существу. Вот группа физиков из ускорителя СИСов в Корнеле выдвинули дополнительно две большие интересные идеи по использованию, как они называли, вот этого самого когерентного тормозного излучения. У них была следующая приятная очень идея. Как подавить фон синхротронного излучения? Идея была примерно такая. Давайте мы рассмотрим трубу, в которой летают электроны и позитроны. Где-то здесь вот есть точка встречи. Из этой области встречи летят когерентные фотоны, а потом вот где-то здесь, из области магнита, летит синхротронное излучение. Давайте мы будем смотреть излучение не по центру, а где-то здесь вот поставим тут зеркало, которое отразит это излучение у самого края трубы. При этом окажется, что вот этот угол, если здесь 5 метров, а здесь 1 сантиметр, то угол порядка 1 сотой будет. Но с точки зрения единицы на гамма, это очень большой угол. Вот они говорят, давайте будем смотреть излучение на очень большой угол. Да? Порядка 1 сотой. Что тогда происходит? И когерентное тормозное падает, и синхротронное падает. Они заметили важный факт, что синхротронное при этом падает гораздо быстрее, чем тормозное, когерентное тормозное, и поэтому оно может на его фоне вылезти. Это одна вещь, которая идея, как подавить синхротронное излучение. А вот вторая вещь была совершенно замечательная и немножко неожиданная. Они провели моделирование, которое показывает следующее. Вот. У нас это вот труба, да? Она вот такая вот круглая. Одно зеркало мы поставим вот здесь, а другое зеркало, скажем, подставим вот в этом месте. И будем снимать излучение, спектр и, что самое интересное, поляризацию с этих двух зеркал. В большой статье, в которой проведено было хорошее моделирование, они показали следующее, что этих двух сигналов после их обработки окажется достаточно, чтобы понять, что именно неправильно в соударениях частиц, в соударениях пучков. А что может быть неправильным? Например, происходит смещение по вертикали. Это сразу отразится на этих свойствах, и его можно уверенно отследить. Но может быть смещение по горизонтали. Может быть вообще угловой разворот. Может быть смещение центра пересечения. Их жесткое утверждение сводится к тому, что практически все эти безобразия можно отследить, если хорошенько измерять спектр и поляризацию из этих двух точек. Это, конечно, было довольно большое интересное изучение. Так что закончилось это неким утверждением, которое, к сожалению, было трудно проверить. Что они утверждали, что если
пользовался такой схемой корректировки, то можно аж на 10% увеличить светимость этого ускорителя. Ну вот, теперь мы перешли к вопросу о том, а как можно попробовать уловить главные особенности этого излучения сначала на пальцах, а потом я приведу результаты расчета. Что касается излучения, как его сосчитать, то нужно вспомнить, как мы с вами поступали в стандартном случае. Мы брали число эквивалентных фотонов, излученных одним позитроном или протоном, по-прежнему будем говорить про ЕП с выделением, домножали на кондоновское рассеяние. Да, эта величина нам полностью известна, значит, остается только хорошенько сосчитать вот это число эквивалентных фотонов. Самое главное, что у нас было, это у нас была зависимость до омега на омега, и тут вот стоял еще множитель, который включал в себя поперечные импульсы, деленные на квадрат поперечного импульса. Получался вот такой вот ответ, и вы помните, что все было хорошо, причем с высокой степенью даже точности. Так, а что изменится, если мы станем рассматривать когерентное тормозное излучение? Мы можем действовать точно так же, по крайней мере, на уровне оценок. Вот мы выпишем число эквивалентных фотонов, излученных одним протоном, но домножим его, раз это когерентная величина, да, на число протонов. Так. А потом, на следующем этапе, у нас тоже возникнет некоторое изменение. Вы помните, что мы там в прошлый раз, говоря про МД-эффект, мы заменяли поперечные импульсы, да, на зависимость, то есть от описания в терминах поперечных импульсов пришли к описанию по прицельным параметрам. И тогда сюда входят вот эти величины. Дифференциальные параметры прицельные, деленные на их квадрат. Вот по этому поводу у меня осталось пару минут, но я все-таки успею сказать. Раньше у нас по прицельным параметрам мы интегрировали от очень маленького порядка кантоновской длины электрона размера до очень большого размера, который мог оказываться больше размера пучка. Что теперь будет? Вот представьте, что у нас летят два пучка. Это протонный, а здесь в электронном пучке мы рассматриваем отдельно один взятый электрон. Вот он летит. Так. Чтобы сосчитать число эквивалентных фотонов, мы должны взять вот такую величину. То есть R1X над R1Y над R1X квадрат плюс R1Y квадрат. Теперь я вам напомню, это ось Z, ось X горизонтальная, ось Y вертикальная. Мы помним, что электрон летит в протонном сгустке. Так. Потом по всему этому надо будет интегрировать. Какие прицельные параметры дадут главный вклад? Давайте сообразим. Вот здесь вот имеется сгусток эквивалентных фотонов, сопровождающих электрон. Если прицельные параметры больше размера сгустка, то такие фотоны с протонами вообще не взаимодействуют. Значит, первый х, первый y должны быть меньше соответствующих, то есть должны быть меньше или порядка, чем сигма х, сигма y, да? Большие недопустимы. А маленькие? А если электронный тип в центре протонного сгустка, что мы знаем процент протонного сгустка? Чем равно там суммарное поле? Нулю. Да? Поэтому малые ауры недопустимы.
Что остается? Остается только взять ρ х порядка сигма х, ρ y порядка сигма y. Ну а здесь тогда возникнет эта сумма в квадрате. Это очень плохо по сравнению с обычным термоядерным излучением. Там этот интеграл давал большой логарифм, мы его прикидывали на уровне 20 или более, да? А здесь он дает величину меньше единицы. Но зато, я еще раз напомню, зато у нас возникал гигантский множитель, равный числу протонов. Теперь вот все это мы домножим на вот эту штуку, домножим на кантоновское сечение, прикинем и получим, что мы получим? Мы получим, что в области мягких фотонов получится достаточно много этих самых фотонов. Вот, например, давайте посмотрим следующую картинку, специально уже не прикидочную, а расчетную. Здесь взяли то же самое, что мы с вами употребляли. D сигма по ДЕ умноженное на Е. Ответ, обратите внимание, в баннах. Речь идет про ускоритель Гера. Пока энергия фотонов простирается до энергии электронов, это там почти 28 ГЭВ, да? Это вот все обычное, это обычное однократное тормозное излучение на уровне десятых или сотых долей Бахта. Замечательно. Но вот в районе 10 кэв, если я правильно помню, да, в районе 10 кэв наступает фазовый переворот. Да? Вместо обычного тормозного возникает когерентное тормозное, и при этом происходит подскок, сколько здесь, здесь через 2, порядка 2, 4, 6, 8, ну а здесь было примерно минус 2, то есть примерно на 9-10 порядков скачок. А дальше снова этот спектр простирается по этой шкале, практически не меняясь. Вот что значит обычное, вот что значит когерентное тормозное излучение. Ну хорошо. Куда эту лошадь можно упрягать, мы давайте с вами поговорим в следующий раз. До свидания.